Подскажите, что нужно предпринять при постоянном просыпании с часа ночи до двух? Это первый раз, второй раз просыпаюсь в 4 часа и уже не сплю. Постоянно снится тревожный сон. Это гневный дух, который приходит к вам и хочет, чтобы вы отдали ему долг. Каким образом необходимо отдать долг? Поставьте тарелочку, положите на нее спички, так, чтобы они горели. Или еще лучше, зажгите свечу, поставьте на тарелку. Когда будет гореть свеча у вас на тарелке, маленькой чайной ложечкой делайте так, говорите: «Дух, призываю тебя», или «Гневный дух, призываю тебя». После чего можете походить по всем углам и позвонить в колокольчик. После этого оставьте одну дверь открытую, чтобы туда дух зашел. Когда дух туда зайдет, вы можете его ощутить путем покалывания по своему телу, подобно тому, как человек чувствует мурашки. После этого, если такое покалывание есть, поставьте тарелку. И на тарелке зажгите восковую свечу. Когда свеча будет гореть, смотрите на свечу и положите 5 маленьких блюдец. И возьмите чай, и возьмите ложечку, любую маленькую. Первое — молочко. Скажите: «Дух, я выкупаю свой долг путем молока. Прими». И льете немножечко, вот так, капельку на свечу. Дальше кусочек мяса, можно колбасы. «Дух, я выкупаю свой долг, прими от меня плоть». После этого капаете что-нибудь ароматическое, что пахнет, и говорите: «Дух, я прими мой долг». И после этого обязательно возьмите куриное перышко. И, сжигая такое куриное перышко, говорите: «Дух, прими мой долг, в чем я не виновен». И после этого все эти блюдца можете помыть, убрать, свечу догорать не нужно. После этого можете потушить и можете спать спокойно. Можете какое-то время посмотреть на данную свечу. Обряд, в общем-то, будет являться закрытым. Сегодня я видел информацию в интернете, и там написано было: завтра новолуние — это самое лучшее время для того, чтобы начать проводить обряды какой-либо и так далее. Я хочу вам сказать: ни в коем случае этого не делайте. Дело в том, что любое привлечение Луны в жизнь приводит гневных духов. Люди, которые заряжают деньги на восходящую Луну, люди, которые у Луны просят, становятся в дальнейшем людьми, которых атакуют гневные духи. Гьялмо, гьялцо и гьялпо. Таким образом, ни в коем случае этого не делайте. Даже Гурджиев Георгий в свое время сказал, что: «Хотите мне верить, хотите не верить, все духи гневные находятся на Луне». Понятно? И Успенский сидел, записывал, говорил: «Да ладно». Говорит: «Да, да, да, я тебе серьезно это говорю, все духи на Луне, не обращайся к Луне, все духи». Вот я вам говорю, что действительно в этом что-то есть. Что?